То же самое, что мы бегали на месте, только теперь правое колено к левому локтю, левое колено к правому. Два подхода при 25 раз. Второй раз я 20 сделал, потому что сдохну. Отрываем ноги и руки. Да, не задерживаемся секунду на 2. Два подхода по звонку повторению. Что за скалтына ты придумал перелив? Походу было, там была лишь. Есть один бородатый. А, я вот был. Макс, когда делаешь, да, не закидывай шею вверх, потому что вот тут потом будут спазмы в шейном позвонке. Ага. Делаем кружечек. Опа. А потом, естественно, на выдохе направляем пресс и делаем дугу в спине. На выдохе. That's why we ain't on the same page. Do my own thing and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. Через 30 секунд на бок переворачиваемся. То есть, ну, на локте, только на одной руке. Flow like water, so I'm going mainstream. А свободу руку куда? Можно что-то почесать. Байда, у Ахмеда спрашивает. Ахмед, а сколько будет 2 плюс 2? Он говорит 5. Учитель, неправильно. 4. Вот верно. 3. В смысле? 2. Стоп. 1. Бу-бу. Какой теперь? Короче, шейх умирает, понял, все дела, ему нужна срочно перелив крови. А такая кровь есть только у еврея. Ну, Йося идет в больницу, сдает кровь, арабский шейх выживает, все хорошо, дает ему великий особняк, машину всю, ну, короче, полностью, ну, еврей стоит очень-очень богатым. Тут опять, дивись, опять у этого арабского шейха проблемы, опять нужна эта же кровь, он приходит, опять сдает. Тут еврей, ой, тут арабский шейх забегает с пакетиком печенья. Это, ну, Йося дает такие, погоди, ну, в прошлый раз было ж больше. Он такие, ну да, в прошлый раз у меня не было столько еврейской крови. Что мы там напрягаем? Ну, пресс. Это то, что под животом? Как только скажешь старт, 30 секунд засекай и погнали. Назад настолько, что ты просто еле-еле-еле касаешься руками пола. Ну тут, вот это вообще огонь. Ты кого-то забила до смерти, да? Они были белые, на самом деле. Готовы, надо, чтобы сейчас на носочках умели скользить, чтобы мы подъемы ровного корпуса делали. Сейчас только покажу. Вот мы ножки на носочках полетели. Что за херня? Скидки пенсионерам. В смысле мячик возле колен? Вы чё? Мишка? Мишка, так он уже умирает. Я человек простой, я слушаю и делаю то, что говорят. Хорошая разминка, хорошая, мне нравится. А когда тренировка будет?
сейчас идет. Ноги в любом случае лично прогладятся. Потому что пресс уже металл просто, металл. Потому что уходить. То есть ты, грубо говоря, должен, ну, вот так вот зависнуть. То есть ты, когда делаешь вот это вот упражнение, еле-еле, чуть-чуть руками. Ну, да. Погнали, сейчас планка, только делаем скручивание в планке. Понял? То есть завариваемся. В одну сторону, думаю, 30 секунд. Зазибайте. Kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. Упали, а остальное мы поднимаем вверх. Гитлер на одной ноге. Уселись? Дружини, да. Укол. Коленка натянута. Самые даже ужасно растянутые достают. Ну прям совсем не растянутые. Спасибо. Что ты мне так делаешь? Смотрите, попу не заваливайте, пожалуйста, в сторону. То есть бедра смотрят четко вперед. И живот на коленку. Тянемся к коленку. Надавили, зафиксировали. Это не я говорила. Я тем более. Все вы тренера такие. Арон, от пятки. Задняя стопа стоит на носке. И отсюда разъезжаемся в шпагат. Хорошо. Сидим 20 секунд. Я буду считать. Помните, мостики вы должны выдавливать грудную клеточку вперед ножками себя. Спасибо большое всем за тренировку. Хорошего вечера. Точнее, доброй ночи. Ну все. Пока. Так, пока. Пока. Всем пока. Ну давайте.